Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о флажолетах, пожалуй, самом красивом и выразительном способе звукоизвлечения на гитаре и других струнных инструментах. Флажолеты бывают двух типов – натуральные и искусственные. Я довольно часто в своих аранжировках использую этот яркий и красивый прием. Итак, натуральный флажолет. Если мы возьмем всю длину нашей струны, то ровно посередине, это будет 12 лад, мы сможем с вами извлечь наш первый флажолет. Для этого нужно коснуться пальцем левой руки струну над порожком 12 лада. Обратите внимание, не зажать струну, а слегка ее коснуться. Я это делаю третьим пальцем, безымянным. Далее мы защипываем струну. И здесь есть нюанс. Я вам рекомендую защипывать струну в отрезке от подставки до резонатора, в этой области, ближе к подставке. Получается такой звук. И следующая рекомендация. После того, как вы защипнули струну, уберите палец от струны, не держите. Вот сейчас я буду держать. И сейчас, после звукоизвлечения, я палец уберу. Флажолет как бы продолжает лететь. Звук его летит и становится более ярким. Далее флажолет мы можем найти с вами на седьмом ладу. Это тот случай, когда мы струну делим на три равных отрезка. Равно седьмому будет 19 лад. И далее 5 лад, который делит струну на 4 отрезка. Соответственно, это будет 24 лад. На самом деле флажолеты есть и здесь, на четвертом, и здесь на третьем, даже на втором, и, наверное, даже на первом. Что-то такое. То есть натуральные флажолеты извлекаются довольно просто. Что касается искусственных флажолетов, то здесь следующая история. Например, мы хотим извлечь флажолет не на 12-м ладу, а на 13-м. Для этого что мы делаем? Для этого мы укорачиваем наш гриф таким способом. Мы зажимаем первый лад на первой струне, все как обычно, да, зажали. И далее мы извлекаем флажолет уже с помощью только лишь одной правой руки. Мы касаемся струны над порожком указательным пальцем. Вот я коснулся, просто подставил. Далее безымянным пальцем я дергаю эту струну. Либо кто-то это делает большим, кому как удобно. Также защипнули и оба пальца оторвали. Таким образом можно исполнять целые мелодии. В преддверии новогодних праздников я предлагаю вам выучить мелодию на натуральных флажолетах. Поехали! А если мы добавим еще бас к этой мелодии, то получится полноценное произведение. У вас это получится сделать. Здесь есть один искусственный флажолет. Как раз это место, когда вы сможете потренироваться. Удачи вам! С наступающими праздниками!